Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев подписал распоряжение о проведении международного марафона «Европа-Азия» и Кубка России по бегу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев подписал распоряжение о подготовке и проведении в Свердловской области 7 августа международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия» и Кубка России по бегу на шоссе. Этим же документом глава региона утвердил оргкомитет состязаний по бегу, который, согласно решению лидера Свердловской области, возглавил первый вице-премьер Владимир Власов. Заместителями председателя оргкомитета стали министр физкультуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт и глава Свердловской организации Союза десантников России Евгений Тетерин. В состав Организационного комитета вошли президент областной федерации легкой атлетики Геннадий Байкенов, глава администрации Екатеринбурга Александр Яков и другие. Евгений Куйвышев поставил задачу провести эти массовые забеги, признанные привлечь свердловчан к активному образу жизни и укрепить авторитет Свердловской области как одного из центров развития легкой атлетики на высшем уровне, с комфортом для участников и обеспечением исчерпывающих мер безопасности. Отметим, что в прошлом году в марафоне «Европа-Азия» приняли участие более 3000 человек. Это жители 11 стран мира, 172 городов и 30 субъектов Российской Федерации. Марафон прошел по 4 дистанциям: 42 километра, 21 километр, 10 и 4 километра. Старт был дан на площади 1905 года. Малые дистанции прошли по городу: Марафонская, Дайбилиска, Европа-Азия. Призовой фонд марафона составил около 1 000 000 рублей, а главным призом был автомобиль. Отметим, что медали для участников марафона были изготовлены в Корее, на заводе, где заказывались награды для других знаменитых международных марафонов – лондонского и берлинского.